Рабочая группа ОНФ «Качество повседневной жизни» выступила против инициативы правительства почти в два раза повысить штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг. Эксперты рабочей группы обратятся в Комитет Госдумы по ЖКХ с предложением вынести этот вопрос на парламентские слушания. Напомним, правительство направило в Госдуму законопроект, согласно которому штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг вырастут почти вдвое уже в этом году. Должникам придется выплачивать управляющим компаниям почти 18% годовых от неуплаченных сумм. Проценты будут начисляться с 91-го дня просрочки. По мнению фронтовиков, прежде чем принимать поправки, правительству нужно исследовать статистику с задолженностью населения за услуги ЖКХ, понять, какова ее динамика по месяцам или кварталам, растет она или падает в целом по стране и по федеральным округам. Необходимо выявить наиболее проблемные регионы, проверить, как соотносится динамика задолженности с ростом среднего платежа за ЖКХ в этом субъекте в тот же период времени за предыдущий год. Не исключено, что из-за роста платежей население просто не справляется с ними, и штрафы лишь усугубят ситуацию.